Самая экономически мощная провинция Китая заинтересовалась продукцией из Приморья. Для того, чтобы обсудить сотрудничество в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли и инвестиций, делегация крупных компаний из китайских провинций Гуандун и Хэйлунцзян посетила дальневосточную столицу. Напомним, Приморье и Китай связывают давние традиции дружбы и сотрудничества в различных сферах, включая торгово-экономическую и инвестиционную. И с каждым годом это взаимодействие становится крепче. По сравнению с предыдущим годом, товарооборот края с Поднебесной вырос на 65%. При этом рост экспорта из Приморья составил 34%, а импорт из Китая увеличился на 76%. На территории Китайской Народной Республики традиционно товарооборот с Приморским краем у нас составляет более половины всего оборота. По итогам 7 месяцев текущего года мы видим, что удельный вес Китая уже составил 64% от всего товарооборота Приморского края.